Меня зовут Олеся Гаук, я являюсь координатором по образовательным проектам Общественного фонда Возрождения. На данный момент Общественный фонд Возрождения реализует целый ряд образовательных проектов, направленных на разную возрастную аудиторию, на детей, на молодежь. В том числе для молодежи есть большие возможности. К примеру, Общественный фонд Возрождения реализует проект «Поддержка студентов, подготовка учителей немецкого языка». Данный проект реализуется с 2017 года и набирает все большую популярность среди молодежи Казахстана. На данный момент в рамках данного проекта обучается порядка 40 студентов. И студенты проходят обучение в Астане, в Алмате, в России. Наибольшая часть студентов сосредоточена в городе Кокшетау. Поскольку в Кокшетаве обучается большое количество студентов, там предусмотрены определенные проектные единицы, которые координируют деятельность студентов в обществе немцев. А именно, есть организатор проекта, который отвечает за, скажем так, деятельность студентов в обществе немцев Возрождения и их постоянную посещаемость в ВУЗе. Меня зовут Байманова Лизат Сейдзиевна. Я заведую кафедрой иностранных языков в Кокшетауском университете имени Шукана Олиханова. Вот уже 4 года мы совместно с Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев» реализуем образовательный проект. Проект направлен на подготовку учителей немецкого языка. Такую уникальную возможность предлагает Общественный фонд «Возрождение». Мы очень гордимся данным сотрудничеством, так как эту возможность ребята получают именно с немецкими корнями, то есть этнические немцы, проживающие на территории Казахстана и желающие изучать свой родной язык. Ребята за 4 года изучают целый цикл теоретических и практических дисциплин, получают базовые знания на кафедре, которая имеет 50-летний опыт преподавания немецкого языка. Мы очень рады всем нашим студентам и тем целям, которые они перед собой ставят. Надеемся увидеть их в будущем достойными специалистами, способными конкурировать наравне с другими соответствующими выпускниками. Желаю всем своим выпускникам удачи, благополучия. И очень искренне выражаю свою признательность Общественному фонду Казахстанскому объединению немцев «Возрождение» за такую уникальную возможность сотрудничества с нами в рамках данного указанного проекта. Меня зовут Шутель Анна Владимировна. Я являюсь руководителем проекта «Поддержка студентов. Подготовка учителей немецкого языка» в Акмолинском областном обществе немцев «Видергебурт». В настоящий момент в нашей области около 40 студентов обучаются в рамках этого проекта и получают финансовую поддержку в виде полной оплаты обучения в вузах и также в виде стипендиальной поддержки на питание и проживание. Трое из них являются студентами свободных специальностей, остальные же являются студентами, будущими специалистами в сфере преподавания немецкого языка. Многие из них уже сейчас приступили к профессиональной деятельности в нашем региональном обществе, а именно преподают немецкий язык на детских языковых курсах и также в Центре дошкольного развития «Вундеркинд», ведут студии по кукольному театру. У нашего проекта очень важная миссия. Мы видим в наших специалистах людей, заинтересованных в дальнейшем сохранении и пропаганде немецкого языка на территории Казахстана. И также они являются активными членами движения самоорганизации немцев Казахстана. Меня зовут Альберт Гладер. Я являюсь студентом 4-го курса кафедры иностранных языков Кокшетауского университета имени Шукана Олиханова. Я обучаюсь по программе «Поддержка студентов. Подготовка учителей немецкого языка» при Акмолинском областном обществе немцев «Видергебурт». За время моего обучения в университете я побывал в разных городах Казахстана, познакомился с разными людьми разных возрастов, обменялся опытом, участвовал в различных проектах, и также я ездил за границу в Германию, где обучался немецкому языку. И это все благодаря нашему немецкому обществу немцев «Видергебурт». Параллельно моего обучения в университете я уже начал деятельность преподавателя, также от немецкого общества в городе Атбасар. Веду детскую группу по немецкому языку. Я хочу выразить свою благодарность Общественному фонду немцев «Возрождение» за такие прекрасные возможности для молодых людей. И, наверное, если бы не наше немецкое общество, моя жизнь не была бы такой яркой, насыщенной, интересной.
За это вам большое спасибо. Mein Name ist Arthur Kellen, ich komme aus Kokshetau. Ich ging in die Uni als Jura und jetzt bin ich als Fremdsprache Deutscher. Ich habe meinen Jugendclub in Kokshetau, es heißt Zodiac. Und dort bekam ich meine Liebe zur Deutschsprache. Dieses Projekt braucht Menschen mit deutschen Wurzeln, die möchten und können Deutsch sprechen. Nach dem Studium gehen sie bei der Wiedergeburt oder in der Arbeit zu gehen. Wir brauchen dieses Projekt, um die deutsche Sprache in den kasachischen Schulen wiederzubeleben.